головой думать, это вообще кошмар. Оно более логично, особенно для Pathfinder, но да, для нас это было бы удобно. По-моему, Pathfinder делает как мы, так. Только я не уверен, от прибегающих или так же совсем как мы. Не, я думаю, от прибегающих, это просто логичнее, это логичнее для Pathfinder. Ну, единственное, что они зачем-то меняют местами башни, вот это вот мне прям вообще вот, не вот, знаю. Вот, да, да. В смысле, меняют местами на какой? Так у нас тоже было наоборот. Ну, у нас сначала. Это было, потому что мы по цветам ориентировали, а они поставили метки на место башен, и у них башни всегда падают там в цифру. Но да. Получается то, что человек с башни сначала слева, потом справа, как у нас изначально было. Только без привязки это к цвету. Третий, да? На третьем, типа, да. Например, темный луч на цифрах. Так. Ну, и наоборот. Все запущено. Тулись. Вроде бы. Этот, у меня тестовый, как его называют, этот говнюк ютубовский. Танкбастер бегают люди, пати, а не танки. Это тоже на... не понравилось. Что? А, да-да-да, я с этого тоже жестко. ОБС-ка запущена в тестовом режиме, должно быть лучше качество, но может сильнее отставать видео, что нам, в принципе, я думаю, насрать. Пожалуйста, партнерка. Потом будешь с ними лимитка траить. Фуд чек. Ой, у меня голова умрет, мне кажется, да. Да нет, лимитка сложно по-другому сделать. Anyway, давайте сейчас... Давайте запрогаем его. Очень хочется его увидеть, что будет после этого 2B. Я не помню, как оно там. Я подлагивает, может зависнуть комп. Если зависнет, перегрузим. Ну да, ты это отключила, так что... Я думаю, давайте просто попробуем этот, запулить и вспомнить, что было как... Что было на прошлой неделе, и чего-нибудь вспомним. А Паше нужно время, чтобы вспомнить, как делать хорошие механики. Да-да-да. Я вроде помню, поэтому нормально. Ready check, если все готовы. Рангар даже не обворчал меня, когда пришел, я расстроен. Он обворчал, у него просто микрофоны проблемы. Ну, а что-то вообще Рангара не слышал. Да потому что он... Башни быстро, на всякий случай. Где бегаем вокруг. Паш, напоминаю, башни. Какие бы, как вокруг? Ну, лазеры вот эти, на всякий случай, чтобы я не дебилизировался. Белый дебаф слева, красный справа. Луч красный слева, луч белый справа. Все, спасибо. Итак, у нас все ready, так что давайте таймер, поехали, как попробуем вспомнить, что здесь происходит. А у них наоборот, что ли? Нет, у них бегают так же, я потому что как раз им предложил так сделать, чтобы было так же, как у нас. Но вот так как они до башен, до роняния башен дошли через пару третьих рейтаймов, то я не смог на них повлиять, и они сделали наоборот. Короче, за ними глаз за глаз, иначе они делают не так, как надо. В смысле, не так, как у нас, но это одно и то же. Нет, кстати, у нас в этот раз получилось как ППФ, эти башни даже ранее. Нет, ну просто есть правильно, есть механики, как мы делаем, а есть неправильно. Вот они первую половину делают как мы, а вторую неправильно. Понятно. ДПС. Дельта. Переход после второй. Спасибо. Что-то я задумался. Ой. Все правильно? Все правильно. Нет, неправильно. Ну, правильно, но не до конца. Значит, неправильно. Нет, правильно, просто меня... Бывает, либо правильно, либо неправильно. Тейзером убило. Не, ну правильный угол. Ладно, значит, неправильно. Так, все, все механики вспомнили, теперь надо без единой смерти дойти до 2Б. Давайте таймер. Было бы вспомнить еще, как делать стеки спреда на 2А. Ну ладно. Так там все просто. Важный вопрос, а зачем ты забыл? Потому что я скудес, я могу. Еще более важный вопрос, почему заранее не повторил? Если знал, что забыл. Это отсылка на Мстителя? Еще более важный вопрос. Нет, я думаю, это отсылка на где домашнее задание.
Я сейчас в Lost Ark играл, и там пати называются Homework. Кошмар. Действительно, Паш. Аргументы типа «мое домашнее задание съела собака» не принимаются. ДПС и первые — бета. Господи, божечки, кошечки. Без перехода. Я сейчас чуть не забыл, ДПС или первые, это очень классно. Обожаю голову свою, супер, мба, всем советую. Я успел посмотреть на этих дебильных ангелов, блин. Ты вроде накритовал, но где-то урон. Ура, мы не вайпнемся, возможно. Так, чё, я не знаю, иногда урона просто нет. Просто я не знаю, почему нет. Ну, я, ну, сейчас этот бурст, сейчас немножко будет, но все равно мало. Правая. Правая сторона. Не, ну он поднялся немножко. Ну. Хилы не хилят. Скудис, где твой хил? Я даже не знаю, что сказать. Там его и нет у меня. А почему? Какие же Алёша, я смотрю. Какие хилы? Паш, подымешь? Это было приношение в жертву. Я сделал его. Надо было Пашу одного без меня. Топ. В общем, сами видите, аутстанк. Потом направо. Танки делают механику. Не делают. Не как делают. Ты? Это, по-моему, дамагом меня снесло. Ну, я понимаю. Не могу. Ты кто ж? Видишь, жми Клеменси, пожалуйста. Здесь хрен чё. Нет, не вижу. Я вообще на себя в этот момент не смотрю. Я смотрю на шарики и в какую сторону бежать, и на какие дебафы на ком. Смотри тогда еще на хп. Еще на свой на хп. Ну ладно, ты вообще... А еще напиши роман в это время. Что, слабо? Давайте таймер. Слабо. Слушай, а тут хил очень сильно ограничен. Что можно кинуть? Да нет, просто я должен был танковать там. Я понимаю. Скарди. Персик. Из-за того, что Тен не смог забрать с тебя агро. Персик. Настя тебя скинула? Да. Да, я вон, видишь, я даже этот припул не делаю, потому что персик. А так и играю. Нормально. А мне а потом агро не может так забрать. Это в этом, в чатике. А. У меня был траур по умершему Аргазе, я не мог забирать в этот момент агро. Не волну, вообще. ДПС, первый дельта. Спасибо, конечно. После второго переход. Право. Можно я не умру? Не уверен. Ура! Вообще право. У меня после того, как мы с Васей пообсуждали Войда, флешбеки начались вьетнамские. Я удивлен, потому что Вася говорит, что он старается. Раньше он говорил обратно. Он сказал, что он жесткий чувак. Один инстак. Потом налево. Танки делают механику. Если выживут. Блин, меня задело, сори. Ну, ладно, не важно. Ну, надеюсь. Это ин, потом аут. Он на меня спред был.
он меня перекрасил. Блин, Рэйко перекрасил. Ну-ка, ага. Швандарах! Не бойся. Рэйко, ты зачем перекрасился? Думал, наверное, что он башня. Бывает такое. Извините. Ты икнула и запулила, мне не послышалось. Нет. Скажи просто, что персик, персик сел тебе на палец и все. Я просто думала, я зажала свой. Не нажала. С другой стороны, если персик уже занят, обвиняй и зефирку. Да, он, я его вообще не нужна больше, чтобы не поправить. Это правда. У меня есть теория, что просто мужики более теплые, поэтому коты любят мужиков. ДПС и дельта. ДПС и дельта. Переход после первой. У меня была теория, что ему просто нравится запах сигарет. Да, переход. Мне тогда все очень печально. Коты аддиктед. Вот наркоман, горе в семье. Любой кот немножечко наркоман. По-моему, все сигареты, коты любят сигареты, но правда не зажженные, в отличие от персика. Ну, запах, нет, запах не нравится. Нет, зажженный он тоже не любит. Если запах на руках после них. Право. Это как-то ага, вот так вот сделаю. Спасибо. Может быть, я выживу. Это Зоя кританула. In spread. Потом налево. Танки делают механику. Это out, потом in. Опа. Ох ты, я даже не умер. Сам удивлен, без поворота. После первого переход. Холопска. Переход. Переход. Впереди диалогос. Паш, не надо отходить никуда. Спасибо, нет, я тут. Тут я знаю. Это немного нелогично уходить. У нас вчера был сумасшедший самурай, он на какой-то третий босс, он бегал за танком, а танк в ужасе от него убегал. Но потом он ливнул. Потому что мы босса убили? Нет, мы не убили с этой группы. Потом красные башни. Не убили. Да, обменяемся, Дим. Дима. Пока. А, классно поменялись. Чё вы там... Рэйко. Я должен, ну, я должен Марга... был стоять там. Мы с Маргазой перепутали. А, в меня упало. Какая разница? Ну, вдруг. Пах. Вдруг. А вчера Рэйко, кажется, я же должен был в центр. Ну, в край. Да, да. Чё ещё, какая разница? Нет, ну я просто вижу, что ты встал. Рэйко, ты прям сегодня этот, категоричен. Давайте таймер. Никаких полумер. Или все живы, или все мертвы. Правильно. Why so serious? Рейдинг из-за serious business.
Serious Business. Окей, окей. Да, Алина так сгорела сейчас вообще в остатке пепел. Щищ полный. На что, на ПВП ходил? ДПС? Нет, мы... Дельта. После первого переход. Переход. Мы убивали Брельхазу вторую и упаду. Если это о чем-то говорит. Нет. Может, надо поиграть? Может, не надо. Не знаю. А то сгоришь, как Калина. Я вот не горю, я смеюсь. Мне нормально. Ну ты-то хихонч. Да. Я хихонч. Я понял. Ржекич. Не, Ржекич это Скодис. Так Биба и Боба получается. А ты Биба или Боба? Я Ржекич. Он Пипа. Право. Пипа босса. Ну это хорошо. Меня очень интересует. Ладно, нет, все молчу. Understandable habit. Ну пока говорить вроде можно, вот через пару секунд нельзя будет. Запрет на разговоры. Бан. Три ин спред. Это не три. Фенчу твич. Фенчу твич. Баф сломала. Мы налево. Ай, да. УПП. Зашел и так. У нас да, нету человека. Я очень близко еще стояла. Я близко стоял. Ну то там. Рангар, занял разгорыч, мою позицию. Я... Ну, это вообще, не, мы не умерли, причем. У нас все хорошо было. Молодцы, и чё? Ну, значит, все ок. Да, получается. Я подвину. Я просто там иногда в анимациях вижу. Так блестит. Нормально все. Я просто потерялся. Извини, не мое. ДПС. Бета. Пусть второй переход. Переход. Левая сторона. Даже аутспред. Потом налево. И это танки. О, господи, аут-ин. Аут-ин.
хз, я не туда башню сбросил. А ну, нормально. Надеюсь, никого не перекрасил. С поворотом. После второго переход. Переход. Редидас. Педигри. Красные башни. Че, хилимся, живем? Стараемся. Сейчас спашу 600 хп, чекайте. 7500. Паш, ну чё ты такой толстый? Кушает много. Бустик через 5. Оранжевый, смена бейтеров, лучи, а и дальше круто. Надо ходить. Очень близко стояли, но мы забайтили лучи, там что-то какое-то сделали, маргаза никуда не отошла. Да, я. А ты почему стоял? А что так близко? Попробуйте, Паша, попробуй нарезать кого-нибудь. Я вот в процессе. Мы с тобой об одной и той же причине умерли, потому что нужно убегать и до следующей лужи. Хилы отхиливают, я кидаю ЛБ. Тихо. Хил. У меня только сейчас появилась аксеп. Я вижу, что мне 40 секунд осталось, но у меня только сейчас осталось. Нарез. Я подниму. Давай. Ты дохиливай. Хорошо. Обсуждение, почему ангелы после, пожалуйста. Суперчейн. Все встаем куда надо. Стак на единице, потом центр, потом обратно единица. Стоим справа. После первого переход. На стаке свои. Центр плюс переход. Обратно. У тебя пер только спреды. Там. Ну, не спреды, стаки. Пу! Оговорился. Да, я умру. Но там стак в меня прилетает. После третье крыло еще не надо выставляться на стак. Можно, но не нужно, потому что после крыла мы можем разбрестись в разные стороны. Вот, я это и хотела спросить. То есть третье крыло бьет сначала, а потом спред или стак, и есть время. Да, времени очень мало, но время есть. Иначе у нас бы со спредами там была совсем бы жопа. И то есть что, мы ждем. Мы хотим спреды делать, как в первой суперчейне, ну, консистенси, то есть и спреды, и стаки мы делаем, как в первой чейне. Просто вокруг единицы или тройки. Одна минута, я сейчас. Ну, первую часть мы делаем наполовине только. Да, пушка. А вторую часть уже не наполовине. Но надо дождаться крыла.
Так, и там она не поворачивается или поворачивается? Поворачивается. По-моему, она там всегда поворачивается. Я не особо больше. Она не была без поворота. Она всегда поворачивается. Ну как какого? Так же, как первый, сам как сам в самом начале. У нее просто эти снизу вверх идут эти удары, и повернется она тогда. Там... Повернется там она есть... всегда на второй удар. Переход рандомно. Там же есть время после вот этого третьего крыла, чтобы потом выставиться. Да. Мало, но есть. То есть там удар крыла, пара секунд, идет спред или стак. То, чтобы не было паники, может, все равно как-то заранее. На заранее... одной стороне выстраиваться, как мы делаем. Со первый. Стаком проблем на одной стороне со нету, нет. Со спредом будут проблемы. Там очень тонко, там прям пипец. Нельзя восьмером. Вернее, можно, но это надо будет очень это далеко. Очень тонко, да. Ну поэтому мы заранее как бы распределились, что типа. Ну просто если мы там скажем то, что стак на одной раз, половине, спреды мы делаем там совсюду, я боюсь, что это совсем всем голову поломает. А так хотя бы у нас третий удар всегда с стака спреды без учета половин. Еще раз в спред встанем, го. В спред? Да, ну чтобы это была память механическая. Третий? Хотя бы. Да. Третий? Да. Относительно чего? Относительно тройки? Да. Ну да. Феня убил Рамгара. Будис. Ты где? Почему? Потому что сюда? Да. Ну и где я стою? А почему Рангар тут? Они поменялись? Рангар ушел этот писать сигареты. Ты двинуть его это хорошо, а главное, чтобы он сам помнил, где ему вставать. Я ему тыкну. Тыкни его до того, как он умрет, пожалуйста. Не, ну... После можно тоже тыкнуть, чтобы проверить. Чего? После? А. Да. После Настя, бери его оттуда и скажи, чтобы он встал куда надо. У меня очень классные лаги были на этой механике, я очень был счастлив. И по переходу в центр прям надо не тормозить, надо очень быстро переходить. То есть увидели, что лучи полетели с первой стаки, сразу после этого бежим вперед. И, кстати, по поводу спреда стака, господи, Маркез, что... По поводу спреда стака, первая атака всегда стак. Если да. У нас половина, то есть у нас как, у нас механика пол арены, и там всегда стак. То есть там даже не предполагается делать спред с одной половины. Да. Так, я слышу то, что Рангару там что-то объясняют. Вот это тот. Ну, да. Свою я точку с спреда ты нашел. Ну, да. Это все смотря на босса. Угу. Так, давайте ready check и давайте попробуем это дело все-таки пройти. Так, и главное не забыть то, что там апапиры. Так делать. Что? Так, тогда так же встать, только в стак. Ну, при первой возможности мы забыли запустить. Ну, стак у нас вот так. Нет. Рианти умерла. Рианти стоит на тенде, да, мы стоим по углам тройки. А, мы же переделали. Нет, не переделали. Ну, когда третий удар, у нас нету половины арены. Удар, да. Все. Ну, там сначала крыло, да, потом это фиг? Сначала крыло, потом расходимся. Ага. Так, Паша что, отказывается вставать. Конечно. Паша, ты что? Что, так мы встали уже? Что? Ну, на стаке у нас никто не хочет встать на стаке. Я просто с этого в дискорде свернул был. Не туда. Рангар убил всех. Рангар убил всех. А, вы хотите, чтобы Рангар я убил что-то? Себя. О, Рангар выжил. Вот, наконец-то догадался, что надо сделать. Третьей попытки. Ну, Рангар 9 жизней, поэтому 3 попытки это можно. Ладно, давайте попробуем. Проблема в том, что может Фенни пролететь, у него 9 жизней нет. А, у Фенни нынче какой раз. Ну, у неё... А, ты рогатый. Ну да, тогда не знаю, сколько у тебя жизней. Давайте таймер, поехали. Фенни променял свои 9 жизней сначала на Луафеля, после чего он потерял все свои жизни, а потом воскресился уже как рогатый. Было ли... Вымаливал прощение. Было ли у кошка девочек 9 жизней? Ну, они же кошки, значит, должно быть 9 жизней, конечно. Но не люди при этом. Частично. Рангар полностью кот. Учитывая, что по сюжету Ештолу вообще ничего не берет, то они вообще бессмертны. Сколько по сюжету вообще человек умерло?
много. Один? А, в Heaven's Ward дофига народ померло. Танки, бета. Уже в Эндволкере все превращались в монстров. После второго переход, после второго переход. Переход. Я только слонов видел, превращающихся в монстров. Не, массовка не счет. Массовка везде в Японии умирает пачками и всем пофигу, как обычно. Папа Лиму. Ну, нет, я говорю, Анула Лафель. А там они нормально народу положили. Все, хватит, ну, по имени, попу. Ладно, не спойлерьте, я, может быть, все-таки когда-нибудь и дойду до туда. Это, давайте делаем башню. Чайок. От души. Тебе не спойлерить АРР? АРР я прошел. Левая сторона. Но не говоря про ХВ. Ну, в АРР умер один всего. Из персонажей с именем. Чё, пытаюсь вспомнить, кто. Ну, когда эту похитили там всех, какая-то там бабища была, и все там страдали. Мембрида. Хотя единственное, кого мне реально жалко было, это этот отрицательный герой, который в дьютике. Все еще угорали над тем, когда она умерла. Триал, который убрали. Ха-ха-ха, смешно умерла. Инспред. Ладно, давайте сделаем эту механику. Инспред. Потом налево. ДПСы делают механику. Если выживут. If. Это out, потом in. Out, потом in. Без переворота. Сейчас будет буст, потому после первого что... переход. Вот. После второго переход. Холопы. Переход. Переход. А попо. Факт. Я не помню, как звали отрицательного какого-то там рыцаря из Триала, который убрали, который длиннющий кассен и Триал на 15 секунд. Ты имеешь в виду Риталин, который? Возможно, вот мы самый первый Триал в игре. Ну не самый, эти первые Триалы. Самый сложный, это Саваш Триал. Самый сложный. Первый Триал все-таки эти Праймалы. Вот его мне больше всех жалко было. Ну это тоже не Триалы было по 4 человек. Не, там 8. Все, добав. Красные башни. Кэшкот. Да-да-да, вообще. Кэшкот. Блин, прям тут. Рейд Вайт. По-моему, я себе еще башни огреб за компанию. Ну ты жив, значит нормально. 2000 хп, много хила. ТП на севере. Перебор. Оттуда кот тоже открыл. Что-то на Котовском сейчас было. Танкбастер там. Танкбастер страшнее, чем Маргаза. Ну я бы тут поспорил. Я немножко скучаю по этим, по упоминаниям тапка. Персик, не втыкай мне когти в руку. Вот. Сложная механика, скажи Персику, что сложная механика, надо пока что немножко подождать. Да он там вообще развалился, как сосиска. Не, ну он убрал когти. Так. Господа. Только стенки раньте. Мы вторые бы эти лучи. Лучи первые. Смена лучи. Лученосцев. Вторые лучи. Ой, ёпт! Ай-яй-яй, Рангару, иди, пожалуйста. Да-да-да-да, тут уже... Да, не тут... подходи так близко. Тут я ушел немножко. Да что такое? Почему это лужи зашибает? А, там развалили их немножко просто, Маргаза, они неправильно начали. Я пытаюсь. Боюсь, да, успеешь два человека. Нет,
Да, нас дует сейчас. Это смысла уже нет. Глубоко. Тут надо, чтобы было хотя бы человек 6. Поехали. Мне кажется, в них 8 прилетело, если я не ошибаюсь. Поехали, поехали. Я поднял 5. Не, если поднимешь этого рейсера... А, ты поднял... Я поднял 2 хилов. А, ЛБ улетела. Фенни и Тена. У меня даже не было этого значка. Unlucky. Ну, стыдь. А я думал, сейчас Кудис как начнет всех отресивать. Нет, я, конечно, тоже могу встать. Ну ладно, нет, уже вот уже пошла механика тогда, действительно. А ты можешь инвулька есть? Нету инвульки. А, и она столько не протянет все равно. Нет, он мог попробовать выжать часть здесь, а потом здесь ты бы встал, стак, и ты бы был бы в инвульке. Его стак точно убьет, он поймает все стаки. Потом все спреды, вернее, один спред, если там второй стак, то он поймает опять все стаки, потом еще ТБ надо как-то вот перезать. Ему должно было хватить на все стаки все спреды, а на ТБ ты бы встал и был бы в инвульке. Не хватит, инвульк всего 10 секунд. Нет. А этот, как его, фудчек и таймер, и поехали. Там между первым стаком и вторым стаком больше 10 секунд? Да. Да. Там такое чувство, что за 3 происходит. 3 секунды между in-out, ну, в смысле, in-in и там третья сторона. И потом еще секунд, сколько там мы говорили, 2 секунды до последнего стака там спреда. Там секунд 12, наверное, суммарно. По поводу этого дивана, вы его хотели сразу после лучей, да? Или до луча? На луч или после луча? Не знаю. Схиляем медика щитами, не паримся. ДПС и дельта. Я кидаю в самом начале самбу. После второго перехода. Ребята, подвиньтесь назад, пожалуйста. Да-да-да, я дойду. Переход. Так что ты можешь попозже ты накидать. Ну что-нибудь попозже. Мне нужно на эту механику сдать диван. Либо не сдавать диван. Сдай на 4-й ванту соло все. Она у тебя должна откатиться к 6-й механике. 4-й ванту соло. Или 5-й. Да лучше на 5-ю, по идее, наверное. Пятую это Global OE или что? А, ну да. Limit cut. А левая сторона? Она вам задула. Limit cut у меня всегда Divine Veil перед началом Limit cut. Я и поэтому говорю, что последний где-то момент, где я могу сдавать свой диван, это третья механика. Ну, не, может чуть попозже. Может быть четвертая. А, ну уже всех похерять. Я имела в виду, что я прям в начале Limit cut сдаю. А, нет, Limit Cut. Limit Cut, там у меня есть Divine Veil. Я имел в виду вот сейчас. Сейчас начинается механика. И вот здесь вот я могу сдавать Divine Veil. Либо до луча, у нас мало хп остается, либо после здесь луча. Здесь не нужно. Ну это то же самое, что с моей самбой. На лазер не нужно? Здесь не нужно. Аутспред. Здесь все хорошо, так как есть сейчас. Аутспред. Потом направо. ДПС делают механику. Потом будет in-out. Вот тут не надо? Видишь? С без поворота. После второго переход. Переход. Если ты сейчас не давал и все нормально, то не надо. Нет, я сейчас не давал. Я вот на эту херню даю свою самбу, она откатывается до... Возможно, имеет тогда смысл, знаешь, вообще на вторую механику, где вот это вот все стреляют эти по всем лучи, вот туда бы давать. Где башни? Да, да. А то у нас иногда там этот... Хорошо. Народ приходит, не всегда фулл хп. Хорошо, тогда надо посмотреть начало сколько это. Ладно. Белые башни.
Я на краешек становлюсь. Ой-ой. Ну, это опять не... лазер наступил. Угу. А. Все живы? Иван, вуль? Да. Нет, нет. Или успеешь? Успеешь, пьем. Только у меня вот есть всё спереди. Есть бендикшн? Да. Больше ничего нет. Ну, подкинул ему какаху. Ну, я там еще. Сейчас, если что, еще подхилю. Нормально. Нормально. Живем. А тебя чем там сдуло-то? Лучом Пашиным. А. Я не виноват. Он любит на крайней платформе луч цеплять, не знаю почему. Ну если вот два рядом ДПС стоит и этот и я, то да, я пытаюсь этот и мили-аптайм выдержать и не умереть. Но не всегда это нормально получается. Не казалось, сейчас было два раза фиолетовый. Может быть. Поняли, это может быть. Значит, мы все умрем? Не знаю, где это густо. Первые бейтеры. Бейтеры меняются. Вторые бейтеры. Ох, сразу прям. Рангар уехал. Так, а почему я далеко уехал? Ну, по маечку. Я уеду жить в Лондон. Возможно, по моей вине. Все, все. Мне хп на... не хватило. Все ближе к единице и стараемся успеть отрезать. Ну или ЦСС, оставайся там у тройки. 3-1, да. Достаточно людей, чтобы пережить. Постарайтесь, ну, кого-нибудь... Ну, надо... А, у нас Паши нет. Фи... Скай, ты там... Ага. Да, но вы просто падали все. А там можно успеть поднять себе человека одного? Да, но при этом надо успеть нажать на рез, иначе у тебя там... Поднимаю Пашу. ...меняется, то ли он... Короче, плохо все. Ну, сейчас мне вообще... Я хардресую Пашу. Я, на его поднял, поменяй. Ну, я уже хардресую теперь Рангара. Я ж тебе сказал давно еще. У меня тоже только одного. Господи, тройка, это потом центр, потом единица. Ну, это ГГ. Слева я стоим. После второго перехода. После второго переход. Центр. Единица справа. Спреды. Если тут нет обоих хилов, то это ГГ. Тут просто, ну, слишком много урон, банально. Ново. Но зато примерно хотя бы уже, по-моему, понимают люди, куда бегать. И это хорошо. Что там спреды не так стали? Ну, кого-то шотнуло на лимиткате. Да меня убило на лимиткате. У меня хп не хватило. Да моя, я уже сказал. Понимаю уже. Я не хилил. Ты не хилил. У меня просто байт... Я забайтил лазер, он меня убил. Скудис, ты почему не хулял? Не хулял? Не хилял. Попросить. Девинти манифест, не кричишь, не хиляешь. Шепчешь, сидишь там, смаришь. У Паши это хлеб отбираешь. Хлеб отбираешь. Абсолютно верно. Танки. Бета. Пусть второй переход. Да чё за дубак-то пошел? Я вот тоже пытаюсь понять. Дверь, небось, открыли где-нибудь. Господи, помилуй. Коты и зайцы молятся Богу. Кошачьему. Ну, я же из-за тебя молился, ты в метре от меня стояла. Страшно, очень страшно. Да, я удивлен, как мы не сдохли. А, чё, я неправильно стал, да. Я у Тэна должен стоять. Еще и перекрасил его. Баба. Сейчас, секунду, проверить дверь открытой, закрытой, очень холодно. Я открыла в спальне
окна проветрить, там было очень жарко. Можешь там закрыть. Она недовольна теперь, я вижу, да? Молодец. Так, что там? Райко, вот Райко, звонить вроде пошло. Маргаза, почему ты еду не съела, когда говорили еду съесть? Я ела. Нет. У меня 51 была, а сейчас 50. Ну, одну, конечно. Ну, топчик. Ну, ты умерла, у тебя хп не хватило еды, нет? Я не умерла. Где умерла? На первом пуле. Лох. Я обвинил хилов, понятно. Тогда у меня была еда на первом пуле. Я готов. Прелестно. Тогда Равича. И таймер. Таймер. Вот так, да? Практически. Тиманифест. Спасибо. Пожалуйста. Скуди, все, микрофон не работает. Все, Скуди спротился к Рангару. Рангар, тогда тебе придется кричать Divinity Manifest. ДПС и бета. Рангар не превратился в Скудиса. Без перехода. Ты его напугал, он мест найти не может. Мы напугали Рангар. Ну, как настоящий кот начал бегать кругами. Zoom is. Тебе удобно так играть? Не сильно, но пока справляюсь. Пока он на пробел не ложится, все норм. Нет, все правильно. Ай! Эть. Это был интересный маневр. Я даже... Это я даже не знаю. У меня shift не в ту сторону нажался. Так ты стоял нормально. Большие ноги. Стоял нормально. Таймер. Потом не стоял нормально. Все, едим поты. Это к тому, что не будешь больше шифтить свою Яху? Потому что мы теперь богатые, нам наследство перепало, так что... Куди зарабатывал на банках, зарабатывал, а мы потратим наследство на банки. Да, Скудис? А? Алло? Алло? Ты еще с нами? ДПС и Дельта? Переход после второй. Переход.
Я... Почему? А, у меня никого нет на D. D3. А, вы поменялись. Понял. Я виноват. Ладно. Я не поняла. Да, я от рангара бежал. Они были перекрещены, я не видел, что они были перекрещены. Все, все нормально, все хорошо. Давайте таймер. Ну, наверх. Ладно, не важно. Припул, припул. Почели. ДПСы. Пета. Без перехода. Да, кстати. Сейчас надо понять, кто я, где я. Холод ночь стала у нас. Сегодня прям дубак. Левая сторона. Может, поэтому так и дует. Ну, как-то очень внезапно задуло. Ну, сегодня прям очень холодно что-то. Может быть, к ночи просто вообще температура... Ты сейчас кидал вейл, нет? Я кидал на сами башни, не после. Нужно... Потому что не знаю, когда вообще разница, да, не почувствовалась. И давай тогда после буду кидать. Вот именно от этого ешки вон тусовал, чего и рискуем умереть. Иногда да. Что-то... Не вопрос, здесь, не даже, так... здесь мне даже удобнее было бы. Хорошо. На самих лазерах. У меня лично там не откатывается, если я на первую кидаю. Инспред. Инспред. Ты на первый кидаешь? Да. Тогда не откатится. Откатывается у меня. Направо. Да? А, танки делают механику. Это будет in-out. С поворотом. Бояре. А у тебя сколько надо откат у того, что кидаешь? Сейчас скажу. Вы же как у тебя 90. Ну да, 90. Я поэтому удивилась, так говорю, вроде однако. Ну я просто при пуле кидаю, может быть, поэтому. А, смотря во сколько. Я даже если кидаю в при пуле, меня не откатится. 5-10. 5-10, да, да, откатится. Если 10, то точно. Там где-то 6 секунд как раз не хватает, если я кидаю где-то на третьей ГКДшке, за третью до пула. И чё, у тебя хватает по длительности, если ты кидаешь 5? У меня 30 секунд висит. Белой башней. Я в центре платформы. В этом смысле Divine Veil очень хорошо, он очень длинный. На севере будет ТБ. Да-да-да, тогда себе удобнее. Через 5 буст. Не нашел рангара, чтобы его попугать. Я сбежал за рынок.
Первые бейтеры. Смена бейтеров. Вторые бейтеры. Спудис, ты хилишь? Угу. Молодец. Первые бейтеры. Потихонечку выходит. Первые бейтеры. Смена бейтеров. Рангар выходит счет. Вторые бейтеры. Все. Это, блин, пока рангар. На единичку, на единичку, на единичку. Принимай, 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 бегом, бегом, бегом. Принимаю, принимаю, принимаю. Давай уже выделяйся, глупый босс. Все. Так, без ЛБ тогда. Да, да. Просто. Дал репрозол. Дал репрозол. Инт. У меня нету. Да, все, что можно, на нее там положить. Сейчас не разбегаем сильно, я еще кюр 3 дам. Там фейн далеко от нас. Ну, я на него на интервеншн кину, пусть им хилится. Я еще щиточек. Все, готовимся. На тройку. В той стороне. Три центра один. Стоим справа. Справа. Без перехода. Три центра один. Центр. Один. Нас это на стаке, на стаке, на стаке, на стаке. Ой-ой-ой. Варианте. Ну ладно. Поднимай. А, фини назад, фини аут, фини аут, фини аут, фини аут, фини аут. Ой. Потому что АПО. Потому что АПО. Я не буду шевелиться, я не буду. Я не буду шевелиться. Вот сейчас хил ЛБ. А я-то как вышел. Блин, фини. Фини мёртв. Фини, поднимайте. Я подниму фини. Поднимайте, 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 поднимайте. Все, поднял. Супер чайн тире Б. Ничего не помню. Есть Бенни? В начале чайн попал. Бенни, так, нет, перед ней из ин. Сначала перед ней ин будет. Потом спреды вокруг Д, ну или ДА, потом спреды вокруг тройки. И это с одной стороны будет еще. Направо спреды относительно босса. А, еще вот эта говняха. А почему я не отлетела? Потому что ты не видела, хитбокс не стояла. Это чисто в хитбокс. Так, ладно, это я пока еще не готов соображать. Моргал сейчас от всего одновременно умрет. Да. Ну, первый раз уже это. Там все, там опять же, вот то есть, вот так вот в центре, в прошлый раз то же самое было. Потом с одной, либо с Д, либо с Б будет спред. Это значит, нам надо встать, получается, вдоль, вертикально. То есть, с Б, вот по линии БЦ, АД, вот так вот расставиться вчетвером. Кстати, не знаю, может ли там быть спред, теоретически, наверное, может. Хотя черт его знает. А сколько там времени было? Давай, давай глянем, сколько времени между этим делом. Если там 2 секунды есть, то может. Секунды 3. Нет, там она одновременно вот это делает по своему хитбоксу и этот. Сразу после этого стак спред. Так, поэтому... ну вот, поехал. Давай, смотри. Первый сначала у нас был ин около единицы. Потом, потом был спред ДА, и потом он летит уже на тройку спред. Только стак сейчас был. Она... Нет, там стак всего сейчас вообще не было стаков, два спреда было. Так, она говорит Партенос. Партенос, это, видимо, линия, да? Да. Бам, линия. Условно по ее хитбокс бьет. Бам, а, есть время, там время достаточно много. Сейчас, угу. Линия это у нас сколько? 62.50. И стаки это вообще 40, ну 47, конец 47 секунды. Так что 3 секунды между линией и стаками. Там может быть, скорее всего, спреда стак, но тут... У нас в первый раз было стак и стак. Стак и стак был. Тогда имеется... Стак и спред был, стак и спред. Первый стак, второй спред. Тогда имеет, я думаю, смысл переждать линию, а потом... Ну да, то же самое, короче, в этом. После этого сколько? 3 секунды и проходят лучи от ангелочков, то есть правая и левая сторона. И под... Сейчас, это сколько ангелочки? Да, 43-я. И с последней... И потом либо на один будет стака спред. Так или спред. 37, 38-37 секунд. То есть еще аж 5, где-то 6 секунд до стака спреда. И только ну, потом еще будут ломаться панели. Да, все кроме одной. Рядом со стака спредом. Через 2 секунды они примерно падают после того, как стак спред пройдет. То есть делать просто надо все очень быстро и четко. Тогда... Поэтому прям типа спред нужно немножко правильно делать.
скорее всего. То есть, если там будет спред, то там надо будет 4 человека спредить на правильной, ну, не на падающей платформе, и 2 на 2 соседей. Слушай, надо попробовать. По-моему, нам хватит времени сделать спред, как мы обычно делаем, а потом просто перебежать. Там, по-моему, еще в центре одновременно с этим тоже, кстати, по-моему, аут, нет? В центре аут. Но нас центр вообще не волнует в этот момент. Ну, типа, этот, чтобы не заходить. Ну, нам вообще далеко не надо заходить. Нам надо спреднуться так же, как мы делаем на 2 вокруг вас метки. Ну, там не совсем метка. И потом метка. На одну из платформ добежать, все остальные упадут. Да. Короче, я предлагаю вот этот второй спредостак пережать линию, а потом сделать обычные наши спредостаки, смотря на босса. Ну, как на предыдущей механике мы этот делаем третий спредостак, вот точно так же. Имейте в виду, что он будет сбоку, поэтому делаем так же, смотря на босса. Да. Почему сбоку? А потому что в этой механике второй удар идет либо слева, либо справа, будет либо стак, либо спред. Потому что по центру будет большая линия. Да. А с другой стороны будет аут. То есть либо этот, либо БЦ, ну, либо да. Что ты по третьей говоришь? А, тут еще ангелочки бьют. Да, да, и сразу после стака спреда нужно увернуться от ангелочков. То есть либо правая, либо левая. Относительно. Трудно не выглядеть, но надо это запоминать, конечно. Это надо, думаю, во-первых, здесь есть смысл колить от центра к центру. Это надо запоминать, и это надо делать очень скорее быстро. Скорее в босса от босса. Механика несложная. Сложно все сделать быстро. Я пока не успеваю все смотреть. К центру может кто-нибудь решить на центр платформочки свои стать. Тогда уж скорее в босса от босса. Зато положительный момент, то что там можно стакнуться в аду. Это правда. Так в аду. Давайте, наверное, таймер попробуем еще раз туда идти. Так, а все понимают, что там происходит? Потому что я только сейчас понял. Ады? Ну, видимо, все. Из разряда Вьетнам, но... Маргеза тут, да? Маргеза, если ты печатаешь эти отправочные лейблы, смотри, чтобы не печатать на документку. Ты положила сверху черновики. Я знаю. Ну там подпись, во-первых, стоит, а во-вторых, там не очень хорошо на этом печатать. Там не только документ. Ну, ты... Я проверяю, я хорошо знаю. Секьюрити-кондуктор. Ну, а возьмешь, отправишь с фамилией, именем и подписью бумагу на этом DHL-лейбле. И что, и кто ее отклеит? А, представь, кто не случайно отклеил, потому что сортировали мусор. И чё ему? А он еще и злоумышленник, кажется. Там был документ. А что, у нас перерыв через 20 минут, милая? ДПСы бета. ДПСы бета. И чё? Переход после второй. Переход. Левая половина будет. Конечно, сюда на вейлке. Ну сейчас после вот этого, когда в центр убегаю. Лучше, нет? Ну, конечно. Типа, ну, не 5000, главное, наверное, чтобы до аухерски он прилетел во всех. Ну, он до прилетел, по-моему. Не, просто опять. А у него ген есть? Нет. Нет, у Дивайвела нет, только хил и щит. Только щит. Щит и хил. Поэтому, наверное, лучше, просто сейчас хорошо все захиляло. Иногда бывает так, это немножко где-то в кого-то не достает или еще что. Ин, спред. Потом налево. И это танки. In-out.
поворотом. После первого перехода. О, да? Да. Мне нравится, как можно на порядок загодя просто переход делать. А еще крыло не полетело, даже визуала нет. Ты спокойно перебежал, ничего тебе не случилось. Зато если поздно вспомнил, то тебе случилось подход. Да. Не, ну одно крыло не убивает. С фулл хп. Оно делает нас сильнее, да? К сожалению, нет. Сильнее нас делает слабее, к сожалению, да. Хочу механику, в которую надо попасть, чтобы стать сильней. Пошли иди на P3S. P3S по 8. И P3S. А, красный башник. Красный башник. Маргаза. Да, уйду я. Я видю. Ну вот. Гага. Печаль. Ушли. Я, честно говоря, даже забыл, что там P3S усилялка была. Ну, только я все использую для хилов. Ну, да, типа... Не, она, кстати, по-моему... А, да и ДПС, по-моему, поднимала, только она убила как больная при этом одновременно. Да, то есть она решалась только для хилов. Да. В смысле, только для хилов? Ну, туда... Потому что иначе не выхилить. ...выхиливали себя. Чтобы хил поднять. Не, кажется, не только себя, всех просто. Подожди, а как это может работать? Что там было? Напомните мне, что там было. Механика, там лужа, в которую надо было вставать, чтобы хил был. А-а-а, все, вспомнил, да. Видишь, в этом дополнении аж две механики такие было. Танки. Дельта. После второго переход. Переход. Минус Китти. Или Коха. Поднимаем в аду, все нормально. Коха получается, да. Там, где нужно. Моя остановочка. Неужели? Левая половина. Good night. Мне ворит, да. Здесь так нормально. Я так изначально кидал, вы сказали, что здесь не надо, лучше на карусели. Ну, мы тоже хилы свои меняем, переделаем. Не вопрос, вы просто это говорите мне, когда кидать. Я нет когда. Нет, с кого там кидать. О, кидай на каждую механику. Аутстак. Потом налево. И это танки. Ин, потом аут. Ой. Без поворота. Что-то в этом пуле не Настю убивают. После первого переход. Убийцы. Переход. Сейчас у тебя Divine Valgy откатывается теперь. На эти адов. Только на адов. Ну так и раньше. Не, ну он есть сейчас уже. Вот прямо сейчас он есть. Ну его да, всегда надо. Надо посчитать про сколько между адами и здесь.
Не, должно откатиться. Если я вот здесь его сдам, то должно откатиться еще на док. По идее. Главное на док, что было, остальное щитками до медиками закроем. Я там, кстати, медику не кидаю. Туда этого много. Красные башни. Ты сразу перед адами одну медику кидаешь, которая может быть там и... Я не знаю, нужна там не нужна. Там особо некогда медику, к сожалению, кидать. Ну ты прям перед адами кидаешь. Ну да. Ну, чтобы поэкономить лилии и все прочее. Угу. Не, ну просто там предел много времени, когда босс уже улетает. Еще. Ну, не, сам смотри. Просто сейчас скажу, что я не иду. Ничего страшного. Тут еще можно бить ему. А потом он уже. Вот, вот тут вот время, когда мы ничего не делаем. Вот, собственно, вот я сдал для Divine Veil. Где моя восьмерочка? Я сейчас. Вторые бейтеры. Не, они первыми оказались. Ну, там получается. Третий бейтер. Тена, дальше, Тена. Все, там все. Еще лужа. Ну, это вот пока. Варрайко лужа. Ко мне прилетел ангел. Вот это иногда очень неудобно бывает. Ну ладно, это ГГ. Это я перепутал сторону. Паша всех поднимает, Паша всех поднимает. Давай, Паш, хил ЛБ. Третий, пожалуйста. Паша, скажи нить. Не умею, сори. Ну, в смысле, нет, с этими, с ирландцами мог, их довел до сюда, а с нами не можешь, да? Ну, я не хил. А, то есть с ирландцами хил, а с нами не хил, да? Ну, ну, все понятно. Да. Да, все, ложитесь, это уже, это не отхиливаем, не восстанавливаем. Ложитесь. Ну, да. Паш не хочет нас хилить. Давайте таймер, мы успеем сделать еще один пул. Как раз еда закончится. А я как раз тогда в крит мелд оформлю на RDM. Ты еще и мелд меняешь? Конечно. Надеюсь, перед каждым рейдом? Не всегда. У меня денег нет, потому что я просто меняю мелд каждый перед каждым рейдом. Да мелд дешевый. Ну, спроси Скудиса, он говорит, банки дешевые. Нет, банки дорогие. Все относительно. 500 рублей это дорого? Это Артём. Это Артём. Танки первые, Дельта. Переход после второго. Переход. Экзачхоля. Зачем ты палишь, Скай? Простите. Я даже не помню, что это. Скилл его. Ну, я понял, что это скилл. Больше сейджа. Не нужно знать, больше не нужно знать. Макдаз, это не мили аптайм. Левая половина. Какая левая, есть правая? А я куда? Да, правая. А я куда? Ну, правая слева, все нормально. А, все, да, зеркальная, то есть, правильно? Да. Правильно, Паш. Все, тогда ладно, тогда нормально. Че там? Че?
Аут, стак. Потом налево. И ДПС. Ин, потом аут. Без поворота. После первый переход. После второй переход. Холопы. Переход. Переход. Да, попробуем вот здесь тест дам. Посмотрим, откатится он или нет. Откатится. Ну, тогда я могу здесь его сдавать еще. Тогда после стака немножко помощь с хилом будет. Рейкоу не остановится, это кинуть медику. О, здесь-то не фул хп. Ну, здесь-то мне постоянно кидаю реген. Ну, посмотрим, если Divine Veil просто поможет. И это ты освободить от медик место, причем блин. Белые башни. Я выжил. Здорово. Буст через пять. Ты задерживаешь что ли? Я? Ну, вроде нет. Да. Не, не задерживаю. Меня... А почему у меня раньше откатывается стоял? У меня тоже почему-то раньше. У меня на 5 секунд раньше. На 5? Да. А ну, у да, тебя он 20 идет. 5 у меня нет? Тоже. Ну, я сказала, пока говорила 5, уже стало 3, как бы. У меня в этот момент тоже все. Это не хотя, знаю, может. Потом. Может где-то действительно в этот раз. Нет, давай коронавирус. Первый бейтер. Сразу можно в стену уходить. Это да. Тарангар в стену ушел. А, Рангар в стену ушел. Я сейчас вот этот скрин скину, значит, ушел в стену. Не, у меня видно было на экране, как ты прям в стену зашел. Вот, и почему у меня легкая ненависть к снапшотам финалки образовалась сейчас. Ну какая прям разница, просто... стена зашел, это снапшот, не снапшот, это ГГ. Сейчас. Да, зашел. Топ, ну, я бы зашел, потому что там нечего больше было. То, что ты умер вне стены уже, это просто ты успел переместиться. Это другой, Михалыч. Так, ладно, всем спасибо, я пошел кушать. Да, давайте 15 минут и давайте его. Бит. Бит.
Рекол? Сейчас смотрел влог, увидел интересную штуку. Да, давай. Забавная штука. Короче, в логах есть Epitomis idea, Logo idea, Thymo idea. Отдельным персонажем есть Anthropos и уже Афина. Это где? А в лог просто вот... Anthropos это, по-моему, эти мелкие ангелочки. Ну, иногда они могут считаться как отдельное существо. Вот, смотри, этот кусочек этого отста. И сверху по 0 дамага делают 3 разных ID. И еще есть Unknown, который... ладно, Unknown в бою висит дофига времени. И это, скорее всего, какая-то механика. Сейчас, 4.56. 4.34... А, 4.34... Нет, слушай, Duration 4.34. Это не только... Это, наверное, какие-нибудь... Непонятно. Но в любом случае там есть 3 какие-то непонятные ID. Не знаю. Возможно, мини-спойлер для второй фазы. Вряд ли. Там совсем обычно новое это. Ну, блин, а времени для 3 идей тут тоже не остается как-то. Непонятно. Тенда здесь, да? Да. Ты же видишь, что у тебя у одной идеи вообще duration 0. Да. Не знаю, может это какие-то эти бафы, дебафы или еще что-то в этом духе. Может быть, но забавно. Они вообще ничего не делают. Я вообще не видел этого на этом ни разу. При этом они по очереди идут от начала, то есть... Если 17.23 мы все начали, они вот 17.24.03. Может это... А, ты знаешь, что это может быть? Mm-hmm. Единственное, что это могут быть какие-нибудь эти... Разного типа ангелочки. А
ад. Хотя фиг знает. Нет, вообще. Они ж... Не знаю. Я сейчас попробовал загуглить, ничего не находит. Так, нет, это может быть какие-нибудь внутренние механики, которые как этом, как на Фениксе появлялись за пределами арены. Типа просто вспомогательные. Может Всем привет. Халло. Ты покушал? Слышу, что покушал. Или меня не слышно? Или ты просто не хочешь говорить? Я спросил, я ответил. Нет, ничего не ответил. Я сказал, что ты покушал, ты ничего не сказал, ты икнул. А, ну... Видимо, Дискорд решил воспринять мою Канье, но не воспринимать мою да. Похоже на то. Мы там с Райко обсуждали, посмотри, там этот... Ацте. И там три ID какие-то. Эпитами, Лагау и Таймос. Таймо. Есть подозрение, что это отражение желтого ада, фиолетового ада и ада, который в нас прыгает. Тогда бы дамаг был. Ну, не совсем. Ну, я тоже предположил, что это какие-то механики вспомогательные, как на Фениксе. Но, не знаю. Просто нужно будет обратить, посмотреть, где тут, кстати. Здесь нет дополнительных адов, не добавляется, нет. Ну, есть Антропос, вот есть Антропос и Афина. Антропос — это стена, я так понял.
Нет, ангелочки так называются. В нормале они, по-моему, именно так. Эти ады, которые... И у них всегда разный дамаг. Вот есть на 10 миллионов, он нас всех убил. Есть 2 миллиона, есть миллион. Странно то, что они есть в течение 4 минут боя. То есть они появляются достаточно рано. Где-то через минуту. Тоже через 40 секунд после начала боя они появляются. Ну, если это считается вообще все ангелочки... то неудивительно. Есть подозрение, что Антропос это желтый лазер, который нам прилетает еще в самом начале механики. Да, возможно. Где у нас короткий пул? Минутный. А, ну да, вон минутный пул, когда мы двухминутный. Но у него пул. Здесь нет. Подожди. Есть Антропос. Везде, всегда есть Антропос. Всегда есть ID. Полутораминутный пул, самый первый у нас нет Антропоса. Антнов есть, неизвестно. Внизу сам, посмотри, Антропос 24 миллиона нанес нам. Самый большой ДПС. Ну или вверху, где у тебя он? А, у меня он на самом верху, да. До скольки у нас перерыв? До сейчас. Понятно. Хотел еще куда свалить? Нет. Слышу звон бутылок. Я не вижу ваших галок. Я поставил галку. У меня почему-то вот галочка, я зашла в дом, и у меня автоматически отклонилась серый. Давайте, мы на 5 минут уже опаздываем. Так. Не-не-не, давай. Все, вроде есть. Так, да, мы заходим обратно. Фудчек. Метки есть, все есть. Партнерка, пожалуйста. Карди, пожалуйста. И давайте таймер.
ДПС и бета. После второго переход. Переход. Ладно. Ресет. Тим, тим, бум. Таймер. ДПС Дельта. После первого переход. Переход. Правая сторона. Аутспред. Потом направо. И это танки. Потом будет ин-аут. Ин-аут. Без поворота. После первого переход. И холопы. Холопская. Переход. Переход. Че, а у тебя все вроде нормально? Или это просто так было? Рано побежала, но оказалось, что нормально. У меня просто палец рандомно нажал на мышку, и я побежала вперед. А. Он кто-то в земле сегодня перекопался. Чё? Белые башни.
Настя, закрываешь башню пока... в центре. Да-да-да. Я забыла, какого цвета мы были. Угу. Пашенного. Бус через 6. Сейчас вроде не должен быть сбит по времени. Вот сейчас все правильно. Значит. Да, да, просто сбился. Да нет. Там просто Паш торопится. Сейчас-то он уже горел, он в криты просто сейчас замялился и сразу все нормально стало. Угу. Понятно. ХВХФ. Я, конечно, люблю бабочек, но из-за этой бабищи ничего не видно. Первые бейтеры. Слаб бейтеров. Вторые бейтеры. Третьи бейтеры. Это там свал бейтеров. А, это уже приехала левая, это, левая попрыгайла. Помянем. Помянули. Господи. Давайте таймер. За упокой. А, Коленья, что, бейтеры, свал бейтеров помогает или только мешает? Если бы я еще помнила, можете напомнить? У нас же таймер. Во второй паре шестые, восьмые или пятые, седьмые? Нечетные всегда первые. Нечетные всегда первые. Хорошо. Я сфейлила баф, пока спрашиваю. Настя, что ты спрашивала или говорила ли? Ну, помогает. Ну, лично мне. Помогает, да. Было бы классно, если бы говорили, какие вольтеры. Ты сейчас как-то... А вы его помнить не можете, что ли? Ну, типа, первый, второй, третий, четвертый. Ну, как бы, ДПС и первый, дельта. Очень долго говорить будет. Тенна, можешь на меня играть еще? Без перехода. А я буду смотреть. Ке-ке-ке. Надо этот сделать фичер-реквест, чтобы можно было время боя ставить метки. Тогда этот запрос. Поставьте, пожалуйста, мне метки все во время этого механики. Есть такой аддон. Серьезно? Ну, это надо перебор. Прям в бою метки позволяет ставить. Ну, а он просто меток позволяет воткнуть. Все, хуйс плагин. Это вы насмотревшись этих стримов сраных? Правая сторона. Сраные стримы. World Fest'ами. Нет, там такое нет, не делают. Если они не злобные читерасты. Но они же злобные читерасты по умолчанию. Смотря какие. И Вайнвейла не было. Был. А, не было, действительно. Ладно, забыл. Так, первые нечетные. Первые всегда нечетные. Это вон в чатике последняя строка подсказочек. Первый, второй. Ну, может, запрос считай, да. Первый, он второй. Третий, четвертый, он четвертый. Ну, пятый, третий. Отстань. Инстак. Потом налево. Нет, это ДПС. Ин-аут. Блин, я умру, но башни будет. Башня ценой жизни. С поворотом. С поворотом. После первого перехода. Переход.
А уехал, мне даже не пробило щит. Divine Veil все еще висит. Прости. Идет тебе. Помянем. Красные башни. Милишники башни закрывают. Я не понял, что это было, но ладно. Дай поорать. Райко прав не разрешал. А, то есть милишники закрывают, чтобы милишники не расслаблялись, да? Там сейчас просто Рангар пытался в башню войти, которая упадет усиленно. Я микрофона нет. Что, Рангар? Зачем? Почему Рангар нет? А, ну ладно. Эклипс. Ох, год стрэнг. Это сюда. Не, быстро первый. Первые бейтеры. Смена бейтеров. Вторые бейтеры. Ага. Ко мне. Третьи бейтеры. Смена бейтеров. У нас. Райкова лучше. Да, вот мне из-за списка игроков иногда не видно, что это за меняется. Ну, поднял Рангары. Да, я тоже я Райк поднял. И когда она выделяем, в какой момент? Танк ЛБ на каст. Наконец-то танк ЛБ. Начало каста, да? Чао, трамбал. На начало каста? Что? Выделяем она. А, да. Какая разница, когда она выделяется? Ну, в смысле, отдамагать когда? А, ну ты просто таб жмакай, как сумасшедшая. Не станет там маленький, мне надо там ну, понять. А, сначала единица, стак, потом центр, потом обратно... Ой, тройка. Блин! Слева. Тройка слева. Я прыгала. Потом возвращаемся сюда. Центр. Обратно. Оу. А крыло было, переход, да? Переход тогда надо было еще. Нет. Ой, ну, там нет, уже... Слишком много в центре полегло. Я перепутал. Потому что надо еще было, ты забыл сказать, что надо было перейти еще крыло. Да, 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 да. А, там крылом сдуло? Да. Да, крылом шлепнуло все. Ладно, сейчас уложится. Но вы смотрите тоже все-таки, особенно в начале. Конечно, придет к тому, что я смогу все это успевать посмотреть и заколить, но смотрите. Давайте таймер. У меня там пока что паника. Это факт. Маргазу прилетел прям катастрофически, как-то больше, чем остальных. О, да, Маргазу прилетел. Припул, что? Что? Да какой припул? Я нажимаю, блин, танки в одну секунду. Первые. Бетта. Я вот тоже нажимаю, получается, что ты меня обгоняешь. Когда ты нажимаешь? Без перехода. За секунду. Я уже стала нажимать даже позже. А почему вы нажимаете на секунде, когда нужно на нуле нажимать? А потому почему? Что пинг. Ну, пинг это полсекунды максимум. Но слушай, у Маргазы нет пинга. Да, я нажимаю за секунду и пулю примерно вот как раз когда надо. Ну окей, у тебя пинг. Маргаз нет пинга. На полсекунды, то есть не на единице. Ок.
правая. Черт, немножко нафакапил для Вэлл, будет без Дивайн Вэлла. Это, конечно, странно, потому что пинг у меня около сотни. Ну, когда я этим милишником, ну, любым тем, кто не танк и у кого нету каста, я пуляю всегда, когда, ну, секунды, я прожидаю где-то полсекунды и нажимаю. Но если на секунде, это будет точный припом. Это ин спред. Рангар, ин спред. У нас ты... Ладно, поехали в стену. Да. А чё я думаю? Потому что Рангар на спред встал в тебя. А. Залип. Залипай между механиками. Сложные механики надо залипать. Поехали, таймер. Я думаю, надо макрос собрать тоже на пул. Тебе он менее удобный и сложнее, потому что ты, как сказать, у тебя моментально... Ну, у тебя нет каста. И при пуле ты ничего не кидаешь. Ну, сейчас был припул у меня, ну, в смысле, вот, относительно таймера или нет? Нет, по-моему. Ну, понимаешь, у танка сложно. Когда ты кидаешь на секунде, условно, время, пока у тебя палец нажал на кнопку, время, пока это все прошло, соответственно, ну, он превышил, пул начался за 3 секунды до этого, до конца таймера, в ноль, ты не заметишь. Минус танки первые. Бета. Что, минус 0,7? После... После первого переход. Переход. Просто если ты заприпулишь, ты просто получишь плюху в лицо, которая должна быть. Разница в полсекунды, там в треть секунды, иногда глазом сложно следить. Ну, в смысле, в этом, в пуле финал. У кого-то все ГКД просчитаны. Ну, а полсекунды это не ГКД. Помнишь дерево где? Ты либо кидаешь, либо не кидаешь ГКДшку на подлете. Ну и дерево, и по 10 так, но тут ты уже говоришь о совсем малых величинах. Левая сторона. Ты обещал сюда митик. Вон, висит Divine Veil. Well. Хорошо. Я не хочу умирать. А придется. Эх. In spread. Потом лево. И это танки. Это будет in-out. Без поворота. Переход после первой и после второй. Хлопы. Да куда я там стою? Ладно, неважно. Вот здесь вот критично, если чтобы я держал лицом наружу. Или да, желательно, цепь, потому что милишники бьют босса. Я понимаю, я поэтому спрашиваю. Да, лучше держать. Окей. Может быть, здесь нет позиционно крутых момент. А белые башни? У Рангара всегда есть позиционки. Даже когда нет позиционок.
Здесь меня обворчали. Надейся. Нет. Видимо, ну, видимо, что, рот занят? Просто не слушают уже. Едой. Пиццей. Я хочу тирамису. Ну иди, наотрежь себе. Райкоу не разрешает перерыв делать. Не, ну после рейда. Естественно, после рейда. Так что у меня сегодня происходит? That's fact. Потому что Eclipse. Total Eclipse of my heart. Также печени, почек и желудка. Окей. Это уже Total Organ Failure. Первый бейтер чуть-чуть в сторону бейтера встаньте. Смена бейтеров. Мышки. Первый бейтер. Ба-ба-ба-ба-ба. Мы на самом деле наргазы местные поменяли. Сначала в 6-8 полетели бейты, а потом в нас... Проблема то, что ты не ушел на бейт прыгалки. Да, понял, да. Потому и в лужу мы не забайтили. Наоборот должно было быть, типа... Ну да. Морально. Уже должны были свалить. Мы просто получили бейты не первыми, а вторыми. Но 6-8, видимо, где-то там уже стояли сходу зачем. Потому что когда я сказал бейтеры выйти вперед, первые бейтеры стояли около стенки. Поэтому я сказал бейтеры выйти вперед первые. Мы уже тогда не стояли около стенки, ни один из нас. Не вы. Вы вообще должны были быть вторыми, а спейтили первыми. 5-7. Правая сторона. 5-7. Вы 5-7 были? Да. Да. А, окей. Да, не знаю, что-то. Массовое помутнение рассудка, это единственное, что я могу предположить. Все залипшим сегодня. Да нет, вроде бы. Залипшиеся были в воскресенье. Слипшиеся теперь. Вчера тоже. Ну, вчера не считается. ДПС и бета. После первого перехода. Переход. Пусть какой-то очень молчаливый рейдинг. Угу. Ну, Грангар потерял микрофон. Скуди с печали. Паша все равно никогда не говорит. Ла-ла-ла-ла. Справа сейф. Аутспред. Потом налево. И это танки. Аут, потом ин. Союзник убит. Спасибо. Бояре. 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 Герои не умирают. Че?
Раньше так русская озвучка. Озвучка говорила Мерси, когда резала всех ультой. Прикинь, Скудис, Мерси ультой резала всю группу. И говорила, Heroes never die. Она и сейчас так говорит. Да? Красные башни. Милишники закрывают башни. Буст через 5. Первые бетеры. Смена бетеров. Вторые бетеры. Бетеры. Смена бетеров. Почему в нас прилетело? Вторые бетеры. Потому что Райко умер от... Стена. От босса. Враг великолепен. А что там случилось-то? Почему? Почему, блин, посыпались? Клип или что? Проехал, босс проехал. А, мы с ним всё, пытались понял. Поделиться, всё, потому что... Не, я теперь буду, как вот договорились, так и делать, и плевать там как. Что? Маргаза просто пыталась в меня вбежать. В смысле пыталась половину вбежать? Половину дороги. Ну, мы вместе побежали, она потом за мной, я отбежал, она обратно вместе со мной отбежала. А вы бейтили? Нет, я буду, а? Вы бейтили первые? Вторые. А, вторые бейтили. Моя единица и стой слева. Вот я и буду теперь как поэт, а дальше уже не важно. Ну, там некогда этот, аджастится. Запускайте, запускайте. Давайте, нет, это не... Да, давайте таймер. Не таксите, но этот, стойте на, тогда на своих местах там. На всякий случай еще раз уточню, меньшее число стоит слева, да? Да. Танки Дельта. После второго переход. Переход. Та-да. Думаешь, я поднимаю, стою? Не прыгайте, да. Не прыгайте! Да чё ты там, тут этот, два танка замучаешься поднимать. Нет. Я всех подниму за 5 секунд. Я зачем на РДМ играю здесь? Ну, сейчас? РДМ это очень хорошо, и он нас спасает, но не в момент, не в такой момент, я боюсь. Давайте таймер.
А ты можешь кидать Divine Well перед Передиалогусом? Нет. Хорошо. Ну то есть, если перед, то тогда его не будет на после башни. То есть башни. После него ты можешь кидать, а перед не можешь. Какой Передиалогус? Самый первый, который у нас вообще появляется. То есть вот сейчас, после Ауехи, вот сейчас. Это не Передиалогус. А, это Парадигма. А под Диалогус и Передиалогус. Ща гляну. По-моему, нет, по-моему, не успевает. Если... ДПС и Дельта. Переход после можешь. Второго. Сейчас увидим. Переход. Если ты на второго антусол кидаешь, то ты можешь... Заранее кидаешь. Сейчас увидим. Нет, я его кидаю после танкобастера. Ой, нет, сейчас. Перед, наверное. Сейчас, короче говоря, сейчас увижу. Я так не рассчитаю. Лево. Я вот тут его кидаю. Да, тогда, если заранее выкинул, то там откатится. Сейчас увидим. Это ин спред. Потом направо. И это танки. Ин аут. Поворотом. Где-то в этом районе. Сколько у тебя еще секунд? По Яре. 15 секунд. Походу нет. Ну, все равно все за это медика зарегенивает. Как всем вернуться? Нет, не успевает. Я здесь репрозол кидаю. Вот сейчас он откатился. Вот сейчас его кидаю. Дохиливает и on the soul закрывает. А если там заранее кинуть, то он закончится на башнях, а не на уехе. Плюс я далеко, и он ни до кого не достанет. Белые башни. Mm-hmm.
Первые бейтеры. Смена бейтеров. Вторые бейтеры. Третьи бейтеры. Смена бейтеров. Последние бейтеры. Нас с Димой дамагом убило. Нормально. На тройку, ладно. Поднял Маргаза. Пока Маргаза. Пока. Сейчас уже можно бить ее. Если они встанут, успеют. Не, все равно встанут. А зачем дали ЛБТ? На всякий случай, нас два трупа. Зачем? Зачем рисковать здесь? Нет, два трупа мы не выживем никак. Там уже, да, посмотри на ХП, как они упали. Хорошо. А все равно пока ЛБ. Хотя да, хилового ЛБ не будет. Так, концентрируемся, смотрим. Тройка, центр, тройка. Сначала слева. Без перехода, всегда слева. Бам центром. Бам обратно. Стаки. Блин. Ну, почти. Этот, центр мы все по периметру. Все сюда. Бам. Я поднимаю. Поднимай. Я поднимаю. АУЕ идет. Я решил забивать. Постарайтесь всех хильнуть. Очень страшно. Да вообще. Мало ХП. 2Б. Ближе к центру, скорее всего, стоим. Да, так удобнее. Сбоку удобнее видно. А, на это единичке. Единица. Потом будет стак справа на воду. Стак в аду будет. И потом спред у тройки. А, это левая половина арены будет. Стак относительно... Господи, я забываю. Что ты лишний? Слава богу! Это не я лишний. Я лишний. Да. Я думал, он на одной половинке. А там, да, там же она не делает крыло. Я забываю пока про центральную линию. Поэтому я... Ну тут надо делать постоянно это пытаться. Сейчас, подождите, у нас сначала ин... На одной из цифр, потом линия, по центру, потом стак. Она бьет по ширине своего хитбокса по всем. После этого спред стак. После этого второй спред стак. Либо на 3, либо на 1. Там еще линия. Потом еще ангелочки. Да, то есть либо к боссу подойти, либо от босса отойти. Ничего не понятно. Маргаза, смотри, твой стак ближе к Д будет. И к Б всегда. Чем к А и С. Все? Ты сзади справа, да. Гребаная линия. Сейчас. Паша, во-первых, подожди всё, секунду. Теперь я сделаю механику. Спасибо, что рассказал. Гребаная линия. Нихера непонятно, очень интересно. Во-первых, ну если ты уберешь все бумажки и посмотришь, как это происходило, то ты поймешь лучше. Фуд-чек. Куда? На стрим или нарисовать, как это происходит. Вот я хотел нарисовать, записать давай. Точнее. Давай. Нет, записать это важно. Тогда сдавай. Давай ручку, нету. Да. У меня сейчас две салфетки и на телефоне картинка. Нормально. Механика. Сначала у нас происходит либо... Господи, давай... Либо in, либо out. На... перед цифрами. Они не совсем... Мы всегда на инстаграм. На один или три? Перед ними, не на... Между цифрой и боссом. In или out, да? Да. Это либо in. Ну, у тебя там будет одна и будет out, другая будет in. Надо выставить. По-моему, там нету аутов. Нету аута? Два аута, по-моему, там не бывает. Еще не было. По бокам. Да. Нет, естественно. Второе. Второе. Стак. Либо в аду, либо BC. Ну... Появляется. Сначала происходит линия с нокбэком. Какая линия? Откуда до куда?
По направлению босса, то есть с севера на юг, она по ширине... Сейчас тебе скажу, какая она по ширине. Чуть меньше хитбокса. Чуть меньше, можно да. Смело считать, что хитбокс босса не ошибается. Нужно либо нажать антинокбэк, либо выбежать. Нет, но антинокбэк тебе там не поможет, это дофига дамага. Значит, из нее надо просто выбежать тут же. Если бы вы не, то надо тут же в стороны развалиться на убежать. Да. То есть левее АД или правее БЦ, вот как сейчас ширину скину в наш чат. Хорошо, что в аду? Это... Чуть-чуть меньше, чем хитбокс. В аду но или БЦ? Можно на ширину хитбокса и не париться. Ну, либо хорошо. На метке. Если стоишь на четко между метками, то ты будешь сейф. Посмотри на картинку в чате. Опять же, в аду или БЦ, что происходит? Забежать чуть-чуть минимально. В аду либо С сразу после линии происходит либо стак, либо спред. Там большая задержка, буквально 2 секунды, там спокойно можно... Как раз те, кому надо выбежать вперед, выбежали вперед. Там без крыльев стаки спреда, без. Да? Там нет крыльев, там вот эта вот штуковина. А на этой механике вообще нигде нет вообще крыльев? Нету крыльев. Нет вообще крыльев. Белочки еще есть. Дальше? Дальше я лечу в пропасть, ничего не вижу. Дальше у тебя получается либо на 1, либо 3 будет стак спред. Подожди, с аутом и одновременно с аутом или, вероятнее всего, ином. Но в другом месте от того, что первое будет, да? Там не знаю, до этого ангелочки, recall. А, ну да-да-да. То есть сначала будет еще половина вертикально с брея, да, после, сразу после стака спреда сбоку, ой, стак спред сбоку, который... А ЦБД там будет, либо надо будет войти в хитбокс босса, условно говоря, оставаясь на той же платформе, где вы стояли, либо выйти из него, то есть ближе к краю. А у то нас есть от сбоку... босса к боссу. У нас сбоку всегда был стак? По-моему, да. Нет, в прошлый раз спред, по-моему, был. Был? Я не помню. Да? В прошлый раз, когда доходили, там был смотри, спред. Там же... У тебя есть время, что вхождение в хитбокс босса спасает нас от ангелочков. Ангелочки, как на второй механике, которые пробивают две половины каждой платформы. Ну, половину каждой платформы. Вертикально. Как на второй механике, вот это вот, где мы говорим лево-право, вот то же самое там. Я и не вот поняла, вот. Как где. Вторая механика, сразу после башен. Что происходит? Мы растянули веревки, закрыли башни, что происходит? Что происходит? Я тебя спрашиваю, что происходит на второй механике, когда мы растянули веревки, а потом ранили башни и закрыли башни. АОЕ. А до АОЕ ангелочки стреляют. Большим красным лазером. Так. Вот такой же это точно. Это она тут. Есть. Соответственно, либо надо быть справа, либо слева. Хорошо. То есть либо в босса войти, либо от босса отойти. После этого будет на либо 1, либо 3 так спред. Как это записать? Мне уже мест не хватает. Пятое. Ангелочки. Так, по 5 минут уже прошло. Ангелочки. Так, после ангелочков что? На один. In-out на 1 или 3 будет in-out из плюс так и спред. То есть как на третьей механике, где мы по кругу бегаем, только будет на 1 или 3. И сразу после этого падает 7 из 8 платформ. Вот, подъедь сюда. А как понять, какая... Я поняла. Она всегда будет одна из соседних с тем, где будет стак или спред. Вот, то есть где у нас стак. Последний стак или спред, одна из них, одна из четырех, которая вот... Ангелочки. И касается. Для ангелочков очень просто понимать, выбрала босса. Сейчас, господи, ну давай. А, Скудис просто не выбирает босса. Тут, сейчас, у меня выбран босс. А там дальше смотреть, каким она присосется. Это так же, как на механике, где мы эти башни вот. Сбрасываем. Босс, башни, ангелочки, сбрасываем. Либо вот так, либо вот я так. Я поняла. Соответственно, просто вот у тебя грань босса, здесь вот сейф, или здесь. То есть ты можешь просто смотреть по вот этой вот части. Но они также стоят, бьют по ЦБ. Ну, линия между ними получается по ЦБ. Да, типа либо того. Слева ЦБ, либо справа да. ЦБ, ровно. Хорошо. А по поводу того, какая останется одна платформа, надо смотреть, к чему она присосется.
То есть единственная платформа, которая она не присосется, это как на четвертой механике, где платформы падают. Вот так же она будет. Там еще учет аут-ин, да? Ну, мы пока, да. По-моему, я видел только там аут пока с этим, но, скорее всего, и ин будет. То есть будет, скорее всего, аут-ин плюс стак спред. Как на третьей, полностью как на третьей механике, вот это вот, первая самая. Хорошо. Делаем. А да. Потом на нужную платформу все дружно бегут. Но там сказать, какая, это надо будет смотреть. Так, да. Каждому сложно будет сказать, какой из них. Чернер? Пипи-пупу. Ага. Из-за кофе. Из-за... Из-за или из-за? Из-за. А нечего на ночь кофе пить. А то будешь пипи-пупу. Всю ночь. Такая у меня и есть. Ну, то, что я написал правильно все? Вроде правильно. Забегаем в им, забежим к стаку, уворачиваемся от линии, выставляемся на стак спред, убегаем от аута, который появляется на месте стак спреда. Что? Что? Там аут будет, там сразу аут после этого. Нет, ну там достаточно много времени до того, чтобы там... Во-первых, нет. Там вообще не будет никаких ни аутов, ни инов. Там ангелочки. Аут с другой стороны. Не, подожди. Ну, сейчас. Там с одной стороны босса аут, с другой стороны стак спред. Там в этот же стак спред летит аут. Нет. Ну это возможно. Же... Это будет на третий шаг. Нет, на в этот же... Нет, он туда не летит. В этот же туда летит только стак или только спред. Никаких аутов там нету. Нет, летит. Третий шаг. Но не туда, не туда ничего не летит. На третий, может, и летит, но мы там на третьем даже близко не будем стоять. Какой на третий? Туда, где мы спредались и стакались, не летит ничего. Там всего один шарик летит. Это понятно, я говорю про третий шаг. Так в третий шаг, он в другой шар летит. А, он летит в другую, он к другому шару. Я говорю про третий шар, который мы стакаемся с спредами. Это уже другое. Я про Фени говорю, не про твой, не про то, что ты написал. Фени написал то, что этот... Короче, четвертый шаг. Нет, мы не убегаем от аута. Мы бежим к ауту. Ну, там, ину ауту. Уворачиваемся от ангелочка, выставляемся на стак спред с учетом аута ин. Да, убегаем. Да, то есть четвертый шаг только не нужен. И потом на сейфовую платформу. Там, по идее, надо, наверное, еще лужу уже откатиться. Надо будет на всю эту лужу ложить. Прям на центр. Спред стак, как, собственно, в предыдущей, ну, это, на третьей механике делаем. Я не уверена, как Паша это смог уместить на какой-то там салфеточке. Возможно, у Паши там такие салфеточки, что мне каждому... Мне кажется, нужна доска грифельная. Это же долгий перерыв. Как только Рангар вернется он из... Он бегал. Рангар тут. А чё, молчит? Ты не говоришь. Нет, не работает. Не работает. Тогда, Маргаза, опять еда, пожалуйста, и таймер. Ту механику я не вместил ни на какую салфеточку, я просто запоминаю потихоньку. Ты уже не обложился салфеточками. Да, но я обложился. Да, у меня другие механики на салфетке. Я так представляю, Паша на кухне, у него там этот command center, просто все стены обклеены салфетками. Салфетки вместо мониторов. Command center. ДПСы. Бета. После первого переход. Переход. У меня вот весь лимиткат просто на салфетке, я не думаю вообще ни о чем. Я просто смотрю на салфетку. А что успеваешь смотреть? А, там кастовать не надо. Угу. Да все равно посмотреть туда, посмотреть сюда. Там по сути 4 варианта действий. Thank you.
Лево. Так. Потом налево. И это ДПС. Потом будет аут-ин. Дима. Я, по-моему, перекрасила. Очень пытался увернуться кто-то там от башни. Это я, наверное. Ты у тебя микрофон совсем что-то умирает. Да. Ну, блин. А, давай таймер. Чего? Пердишь как будто микрофоном. Только у меня так. Нет, всех. Я выпью, он сказал. Я за. Что-то ворчит. Я не всегда разбираю просто. Мы тоже. Флёра, пожалуйста. Пусть персик подработает. Субтитры можно ПЖ. Танки, бета, переход пусть первый, переход, левая сторона. In spread. Это ДПС. Налево. Это будет out in. Там. Пусть второй переход. Переход.
красные башни. Нет, хилинг очень варю. Нормально. Ну, все, ладно, извини. Пожалуйста. Это Паша токсик, конечно. Я очень извиняюсь, Кай, извини, пожалуйста. Мои грехи будут прощены, я надеюсь, в аду. Будешь через 5. До ада еще надо дожить. На следующем пуле, лол. Ну и на этом тоже возможно. Ад будет? Супер Чейн Теория называется. Такая вторая. Нет, он... А потом еще С будет, короче. Не надо. Я вообще надеялась, что не будет никаких больше механик. Не, по идее, после второго спрячаника уже не должно быть. A, B, C, D. Первые бейтеры. Смена бейтеров. Вторые бейтеры. Останется, сюда беги. Да. И печаль. Печаль. Я вроде быстро вышел, но луч почему-то не в меня прилетел. Или кто-то просто близко стоял. Ближе, чем я. Это не должно было, сейчас в нас прилететь. В нас не должно было, это как раз то, так, тот луч, который должен был прилететь в Маргазу, он в тебя прилетел. Ну, а, естественно, кто-то стоял ближе тебя, поэтому в него прилетел луч. Это механика работает. Райко вышел не совсем вдоль стенки, ты вышел недостаточно далеко. Ну, это, наверное, пожалуй... Недостаточно быстро, я просто не поняла, недостаточно далеко, недостаточно быстро. Это, пожалуй, самый неудобный паттерн, когда... Наверное, этот... далеко. Знаете, что я предлагаю бейтерам 1-3? Пока запускайте. Выбегать не в бок, а выбегать вперед к центру сразу. Тебя тогда переедет. Нет, боссом. В этом была вся самая большая проблема, поэтому Райко тогда и говорил, что 1-3 самый неудобный будет бейт у нас. Им нормально, если они еще не бейтят не первыми, ну, в смысле, не первый удар, когда у них есть время выставиться. А вот когда это первый удар, то это самое, наверное, тяжелое, что там может быть. А, танки Дельта. Без перехода. Ой. Все, завейтил. Я просто вообще думала, что типа левее должен вставать тот, кто первый прибежал, чтобы тому, кто отстает и бежит сзади. А если вы пробежите одновременно, то начинается чехарда. Ну да. Хуже всего это чехарда, поэтому и определились, то что малая цифра убегает дальше. Но у меня вот чехарда вообще первый раз случилась. Правая половина. Аут, стак. Потом налево. Танки делают. Конгард и левей. Туфини.
in, потом out. Сайонара, бой. Бой-бой. С поворотом. Кого? Паш. Без прихода бояры. Немножко дохлые, но все равно бояры. Факт. Биба-буба. Биба-боба. Красные башни. Босс через три? Вообще сейчас он уже должен быть. Ничего не знаю. Паша вот тоже должен быть. Ну, а, ну, у меня задержался, потому что я запутался в кнопках, не увидел аут и умер. Задержка буста произошла. Угу. Все для Паши. Чего? Задержка в бусте. Не, в общем, в развитии, я не знаю. Как пошутить? В бустинге. Ха-ха, буст это анимал. Кто там? Будь здоров. Первые бейтеры сразу. Смена бейтеров. Меня убило. Но я забейтила. Но Фея не умрет. Сейчас прилетит. Нет, сейчас кто-то умрет, потому что прилетит непонятно как ангел. Так. Бейтеры. Мы последние, да? Три. Ну такое попробовать, конечно, но что-то. А, Скудис резнули на. Пока Скудис. Нет, это не. Я не поняла, в меня два луча прилетело или я дамага умерла? Два луча. По-моему. Твой луч меня отспанул. По-моему, два луча, да. Два луча, два луча. Да. Враг великолепен. Враг очень великолепен. Поехали отсюда. Давайте тогда сразу таймер. Ингибиторы будут установлены через 5 минут. На ингибиторы? Да. Ингибиторы заингибитировали. Миньоны были призваны. Это мы, что ли? Yes. Мы не миньоны, мы бомжи. Желтые, круглые. Танки. Бета. После второго переход. Переход. Как вам в аду?
Будет леву. Что там? Да, было? Я тут год уже играю на даже полтора на сейджи. И только сейчас увидел, что холос еще. А вот спрят. Вешает. Кого вешает? Митик. И Митик. Потом налево. И это ДПСы. Мяу. Минус ДПСы. Ради холод свешает щиточек? Я думаю, да. Чисто этот митик и все. И митик, и щиточек. Я думал, просто хилит плюс митик, оказывается. И то еще и пятое, и десятое. Тамер! Rex a magic barrier. Magic barrier. Erected. Танки. Бета. После второго переход. Переход. Нет, Рангар моё. А. Ка? Ну... Правая сторона. Нет, не пока. Ка. Я многовато, боюсь. Чё? Я совершаю некоторые действия, конечно. Ну попробуй. Чё? У меня вот сейчас мана восстановится, и я поднял. А чё такое? Фени. Поднял фени. Мана у меня нет. Ну сейчас Тэн сдохнет. Ну я боюсь, давайте лучше заресетим и еще давайте один раз сделаем, да. Потому что это уже домино. Какая-то хрень. Домине, домине, домине. С добрым утром. Страна. Давайте таймер. Saying good night. ДПС. Дельта. После второго переход. Переход. Венгулька. А чё, Венгулька, когда танки были первые. Всрал Венгульку.
Я вот встал с правильной стороны, но слишком близко к линии. Тебе откатится инвулька? Нет. Левая сторона. Ты щерк? Да. Так пусть тебя не будет. Тогда сними стойку сейчас. Да. Он не забудь его включить потом. Старается наполниться. Аутспред. Потом направо. И это ДПС. Это будет аут, потом ин. Так, я умру. Нет, блин, я умерла. Бабах? Да, бабах. А есть чё, Паша, время до еще одной из этого, до еще одного пула. Голова, дай денег. Почему голова? Голова, чтобы думать, ноги, чтобы ходить. Никто но голова не может тебе дать денег, потому что головы нету рук. И денег. И карманов, кстати, чтобы хранить деньги. Головы есть рот. Деньги можно на рту хранить. Но тогда ты можешь их нечаянно съесть, и ты съешь деньги. Если ты съешь деньги, они у тебя выпадут из пищевода. Ем деньги на завтрак, ем деньги. Собака на... съела товар. ДПСы. Бета. Без перехода. Правая. Ин, стак. Потом направо. Магаза, уйди. Спасибо. Ладно. Танки. Аут, потом ин. Немножко криво. После первого переход. Переход. Пока. Педигрей.
меня, да. Белые башни. Я ману регенек и фини считаю. Будет через 4-3. Надо бы когда хуй уехал. Может быть. Все странно, у меня тоже откатывается раньше все. Так, дебаф спал. Так. Чё? Первый бейтер. Смена бейтеров. Вторые бейтеры. О, далеко. Так, третий бейтер. Смена бейтеров. Какого фига? Да, нет, все, все. Ну, иди... все. Ну, да. Там единицу. Я понял, понял, понял. Бегом, поднимай, 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 поднимай. Так, без ЛБ будем. Так что... щиточки, митики. Храните меня, пожалуйста, я далеко немножечко. Спасибо большое. Пойдет? О-о-о, нормально. Он не сработал? Не съел. 113 хп, 113. Он не сработал. Не, ну щиток, посмотри на Паш щиток. А митики очень рано нужно накидывать. У меня было 113 хп. Ладно, механика. Тройка. Слева. Тройка, центр один, слева. После второго переход. И потом на единицу, да. Центр. Переход и север. О, извините, один, один, один. На стаке, на стаке, на стаке, на стаке, на стаке. Почти хорошо, но не до конца. Киллов нет. Все не выгни из босса, все остальные это... Куда вот все побежали? Я поднял, я поднял хила. Поднимай хила. Не жми ничего, не жми ничего, не жми ничего. Я, да, я сейчас как раз встану, она это уже. Так, фени не надо будет... А, фени надо резнуть, фени надо резнуть. Поднял. Я поднял. Ой, не поднял, ага. Стою, стою. Около один. Потом на воду. В воду будет спред. Только не забудьте... Последнее тоже спред. Ангелочки будут справа. Из хитбокса. Спреды. Спреды относительно босса, спреды. Теперь ангелочки. Слева. Ладно. Так, это аут и спред. Так. Ой. А где платформа-то? А, вот, тут вот, вот. О, а я думаю, что платформа вверх полетели. Это я вниз. Нет, они это. АУЕ, да? Да, АУЕ. АУЕ, ты там вися, хиляй, хиляй. Вот тебе еще АУЕ, и это ГГ, да. Все. Ну, судя по тому, что она вдруг внезапно начала болтать, то сейчас она станет untargetable. Да? Ну, пока еще нет. Всё. О. И супер ультима. Ну что ж, пока как минимум я поздравляю всех с Enrage Experience. Ради хохмы. Нету. Ну какой, какой инвул на Enrage? А просто так, знаешь, чтобы это...
Ну, как минимум, я поздравляю всех с Enraging Experience. Посмотрите еще раз, что мы делаем на суперчайниках, особенно на 2Б, потому что на 2А были трупы, а на 2Б началась прям паника. Со спредами было прям совсем нехорошо. То есть относительно боссов все стали там... Почти все стали куда-то не туда. Там то, такой аут практически у тех, кто сзади стоит, вообще у самой почти края, блин, надо стоять. При да. последнем-то? При последнем тоже, да. Нет, я имел в виду, когда мы сбоку, когда мы в аду собрались, там, ну, там было много очень трупа после этого. В любом случае, тогда надо этот. В пятницу ориентируемся, чтобы видеть этот Enrage как минимум половину пулов. И будем уже дальше этот. Ее убивать. Всем спасибо. Тогда на сегодня. Так, посмотрим в пятницу. Пятницу 5. Правильно? Правильно. Нет? Да, нет, да, да. Правильно, да. Спасибо всем.